украинцы нуждаются в новых законах в сфере строительства. Они обусловлены глобальными климатическими изменениями. Чтобы в будущем избежать серьезных разрушений, лидер корпорации «Кадор Групп» Аднан Киван ужесточает нормы строительства в части скрытых работ. Это укрепленный фундамент, улучшенные сваи и пристальный контроль за выполнением основных работ по возведению дома. «Кадор Групп» всегда строила и строит согласно всем установленным технологическим нормам Украины. Однако мы должны понимать, что то, с чем сталкивается сегодня весь мир, это большая трагедия. И мы обязаны перед Богом и перед людьми принять все необходимые меры, дабы обезопасить население от каких-либо последствий непогоды. Те условия и вызовы, которые сегодня бросает нам природа, требуют более тщательного и продуманного подхода ко всем строительным процессам. Говорит глава корпорации Аднан Киван. Компания «Кадор Групп» всегда выполняла все необходимые строительные нормы и требования к технологическому процессу и давно внедрила новшества в каждый дом. Все ради того, чтобы избежать страшной беды, подобной той, что происходило в Одессе, Киеве и части Европы совсем недавно.